Глобальные планы и в Министерстве образования. Точные науки там хотят вывести из списка обязательных, зато изобретают новый предмет путем скрещивания. Объединить хотят физику, химию, биологию, добавить астрономию, экологию, географию и получить некий симбиоз под названием «человек и природа». Впрочем, с новаторством не спешат, пока изменения вынесли на обсуждение общественности. Плюсы и минусы ноу-хау, выясняла Ирина Баглай. Украинской старшей школе пора стать профильной. В Министерстве образования предлагают разгрузить учеников и дать им выбор, у кого к чему душа лежит, к точным наукам или гуманитарным. Ряд предметов планируют объединить в группы, к примеру, алгебру и геометрию в математику, а физику, химию, биологию и географию в человек и природа. Нам пора подолати, про це говорять всі, оту багатопредметність. Обов'язкових предметів зробили 9. Ми даємо певний конструктор і ми даємо право выбору детям чи батькам. В школах новации Министерства образования восприняли скептически. Дети не будут знать даже того, что они мали бы знать минимально. У нас есть такой интегрированный курс, как природозаство. Вот мы сейчас с детьми выучаем, где мы выучаем трошечки азы из всех предметов. Из биологии, географии, астрономии. Чтобы какие-то трешки больше знания, глубже иметь, то я вважаю, что має бути окремо предмет. Объединение трех предметов в один может привести к сокращениям учителей, опасаются эксперты и ученые. Очевидно, что первое, что нас думку згадает, это звільнення этих выкладчиков. То есть это очевидно. Если раньше укладывали 4-5 людей, то сейчас, если будет один... Но в Министерстве образования настроены более оптимистично и рассчитывают на учеников, которые выберут для углубленного изучения и физику, и химию. Мы заклали субвенцию 300 миллионов гривень на придбання кабинетов для математично-природничного навчання, для этих кабинетов, чтобы стимулировать выучение этих предметов, чтобы было цікаво. Я думаю, что пропорция будет 40 на 60, або там 50 на 50, в какой-то мере. Еще один вопрос – квалифицированные кадры. Где найти учителей для интегрированных предметов и по каким учебникам учить старшеклассников? Что мы будем делать подручники? Вы просто написать подручники, или просто склеить алгебру и геометрию? Это також є питання. Чи через сторінку це дати? От подивіться просто подручник алгебры и геометрии, мы повинні розуміти, там об'єкти різні. Инициатива пока обсуждается, учебные планы только составляют, успокаивают в министерстве. Объявлен конкурс проектов, программ и учебников. Их планируют подготовить уже к лету. Тем временем в Национальной академии наук, которые обратились за советом чиновники, ученые физики обеспокоены не на шутку. Главная угроза, считают они, это отказ молодежи от изучения точных наук. А значит, отсутствие квалифицированных кадров и удар по экономике. Виявляється потім, що ці люди, гуманітарії, стають керівниками держави, стають парламентарями, стають володарями думок. І вони не знають, як все це працює. Що це означає? Це означає, що державою керують люди, які не розуміють, чим вони керують. Перш ніж запускати ці речі на національному рівні, ми повинні зрозуміти, чи не запускаємо ми інтелектуальне роззброєння нації. Пока вопросов больше, чем ответов. Перейти же на новую программу обучения министерство планирует уже в следующем учебном году. Ирина Баглай, Василий Миновщиков и Богдан Саврудский. Подробности телеканал Интер.